İyi akşamlar değerli seyirciler. Türk Kültür Platformu olarak bugün farklı bir olaya imza atmak istedik. Kazakistan'ın Nur Sultan şehrinden Janar Hanım bizimle beraber olacak. Janar Hanım'ın çok güzel bir grubu var ve bu grupla Türk dünyasında çok güzel müzikler icra ediyorlar. Tabii Janar Hocam Türkçeyi tam iyi bilmediği için Rafael Hocam bize yardımcı olacak. Rafael Hocam, siz Janar Hanım'la irtibat kurun lütfen. Ne yapıyorlar, nasıl yapıyorlar, nerelerde müziklerini sunuyorlar? Bu konuda bize rehberlik edin lütfen. Söz sizde Rafael Bey. Sizi selamlıyorum Türk Kültür Platformasının değerli izleyicileri. Janar Hanım Kasımova, Nur Sultan şehrinde yaşayan bizim bir değerli sanatçımızdı. Onun yarattığı Boytumar Ansamblı Kazakistan'da ve birçok devletlerde yaxşı tanınır. İndi her şeyden evvel ben sözü vermek istedim Janar Hanım'a ve o özünü təqdim etsin. Janar Hanım, приветствую, слово вам, слово предоставляю. Сәлематсыздарма, бүкіл Түрік платформасының азаматтары, азаматшалары, Қазақстаннан, Нұрсұлтан қаласынан сіздерге дұғай-дұғай сәлем. Мен атым Жанар, Бойтұмар қобызшылар квинтетінің жетекшісімін, және өзім орындаушы қобызшымын. Спасибо за приветственные слова, Жанар Ханым. Жанар Ханым бізді саламлады, қазақ тілінде біз үшін доғма олан, әзіз олан білді, бізді саламлады. Жанар Ханым, для продолжения нашего разговора вы сказали, что можно по-русски это говорить, я Да, правильно? можно по-русски тоже, да. Да. Вот сейчас вот ваш ансамбль называется Бойтұмар. Что означает по-казахски Бойтұмар? Ben dedim Наш ки, Жанар квинтет. ханыма dedim ки, sizin ансамблын ады Бойтұмар'дı. Bu Evet. ансамблын ады не demekti? Birinci olandan başlayalım. Tamam. Бойтұмар деген, бойтұмар это женское украшение нагрудное. На груди вот такое большое женское украшение. Оно звенит и защищает от всего плохого и как бы От создает красоту сглаза, что ли, там? женщины. От сглаза, там? И от сглаза, и для красоты, и для привлечения внимания. Это называется женское украшение, бойтумар, нагрудное. Так как у нас в составе только женщины, девушки, 5 девушек, поэтому такое женское красивое название. Janar Hanım dedi ki bu kadın güzelliğini eksiltirir. Bunun adı oradan götürür. Boy tumar hakikaten boy ele bizim dillerde de var. Tumar güzellik manasında da çok güzel ad seçipsiz. Size de ona göre teşekkürümüzü bildiririk. Janar Hanım, хотел бы вы поговорили о себе, о своем ансамбле. Ну, Janar Hanım'a ben soruşuram ki öz ansamblınız hakkında danışın. я работаю в Государственной академической филармонии города Нур-Султан. Ben Nur Sultan Работаю в казахском şehrinde оркестре. Devlet Filarmoni Orkestri'nde, Filarmoni'sinde orkestride işliyorum. Kazak orkestra, Kazakski orkestra. Kazak orkestrinde Иә. Соның ішінде біз осы Бойтұмар мүшелері, ой, я все время на казахский перехожу, извиняюсь. ничего страшного. Как бы состав Бойтұмар это концертмейстеры оркестра. Ведущие музыканты. Ben orkestrin konsertmeisteriyim. В состав входят великолепные музыканты. Это, в самом деле, потрясающие музыканты именно Казахстана и мирового уровня. Orkestre dünya seviyeli
musiqiçilər daxildir. Главная наша задача – это пропаганда казахской музыки, именно тюркской, казахской, кобызовой музыки. Bizim işimiz Türk Kazak musikisini dünyada tebliğ etmektir. Создание квинтета – это была моя мечта. Bu ansambli yaratmak benim arzum olubdur. Во время пандемии, когда был карантин, эта мечта как бы воплотилась в реальность. Мы дали первый онлайн-концерт. Biz pandemiya dövründə də biz dayanmadıq və bu arzumuzu həyata keçirdik. İlk dəfə olaraq onlayn konsertlər verdik. После этого концерта мы дали еще несколько концертов, заняли первое место на международном конкурсе в России, в Москве, и гран-при у нас в Казахстане. Bu онлайн концерттен sonra biz конкурсларда iştirak eledik ve Moskva'da birinci yeri tuttuk ve gran-pri yarışında Kazakistan'da yine birinci yeri tuttuk. Особенность нашего квинтета заключается в том, что мы исполняем кобызовую музыку с древнейших времен, со времен Коркыта до современности. Bizim ансамблын эсэс үстүнлүгү ондады ки, биз Коркут дөврүнөн Казахстанда дейлер ата Коркут, бизде дейлер деде Коркут. Ve bunda nəzərə alsaq bütün türk xalqlarının dilində bu vardır və nəinki dilində vardır, həyatında, tarixində vardır. Əsas üstünlüyümüz odur ki, biz qədim dövrdən tutmuş bu günə qədər musiqiləri ifadə edə bilirik. До нашего времени Qorxut'un küyləri, произведения Qorxut'a дошли в таких маленьких формах. Буквально, ну, может быть, 20-30 тактов, некоторые ки, маленькие очень фрагменты. Мы их развиваем, гармонизируем и доносим до современного зрителя. Biz Qorqut dövründən qalan o musiqinin epizodlarını harmonikləşdiririk, inkişaf etdiririk və müasir dinləyicilərə çatdırırıq. Также исполняет коллектив произведения современных композиторов, посвященных древней культуре тюрков, наследию Турана, будущему Турана, будущему всех тюркских народов. Biz her şeyden evvel onu demek istiyor ki, Caren Hanım demek istiyor ki biz bütün Kazakların, bütün Türk halklarının musiqilərini öyrənirik, inkişaf etdiririk və genişləndiririk. Bugünkü, сегодняшний эфир для меня значит очень много, и для моего коллектива Бойтумар тоже имеет огромное значение. Мы выходим на такую огромную площадку, как платформа тюрков. Для нас это большая честь. Я Сіздерге көп-көп рахмет. Çok sağ olun. Burada bizim Türk Kültür Platformasının ünvanına öz minnettarlığını bildirir ki, bu benim için hem de kollektif için büyük şerefdir ki, böyle bir platformada temsil olunur. Biz de teşekkür ediyoruz hocam. O bizi kabul edip de bizimle beraber olduğu için teşekkür ederiz kendisine. Mətin bəy də təşəkkür edirəm. Bu pula qədər idi. Bu участвуйте в нашем платформе. Көп-көп рахмет. Мен де қуаныштымын. Я тоже рада, спасибо. Evet. Bir soru sormak istiyorum. Zara Hanım da size minnettarlık eləyir. Biz indi biraz doğrudan həm tərcümə, həm işin aparılması, həm şey olanda bizdə əvvəlcədən biraz çətinlər ortaya çıxır.
Ona göre de bunu da artık nize masalacıyı... Gayet güzel gidiyor. Şöyle bir soru sorabilir miyiz? Kaç yıldır bu grubu kurmuşlar? Grup kaç yıldır çalışıyor? Ya Narek Hanım, Metin Bey, спрашиваете, сколько лет действует ваш ансамбль, функционирует или развивается, с какого времени начали? Коллективу в этом году 2 года. Как именно коллектив Бойтумар. А до этого в оркестре мы работали больше 25 лет. Metin Bey, 2 yıl burada işliyorlar. Buna kadar 25 yıllık tecrübemiz var. Tecrübelerimiz var. Çok iyi, çok iyi. 5 kişiden mi oluşuyor grupları? Сколько? 5 человек хотели уточнить. Да, да, квинтет. 5 адам. 5 адам. Burada izin verirseniz ben o müziklerinden bir örnek sunmak istiyorum hocam. Ondan sonra devam edelim. Thank you.
Жарын ханым, бу вот эта музыка, которую мы слышали, посвящен на каком тему? Мы смотрим очень плавно, очень красивая музыка. И вот я хотел бы вот каждый раз, когда мы будем слушать вашу музыку, я, честно говоря, посмотрел, мне очень все понравилось. Ну, отличать надо исторический и современный музыки здесь хотел. Поэтому я спросил, что это соруштум, что мен Жарын ханымнан her defa bakanda biz tarihi musiqiyle muasir musiqini biraz araştırılmasında bize kömək edersiniz. Çok iyi. Я с вами совершенно согласна. Мы исполняем музыку, я уже говорила, в разных исторических отрезках, в большом историческом отрезке, от VI века до современности. Жарын ханым, вот то, что мы слышали, вот эта музыка, вот, чей музыка, какой это первая музыка, которая? Самое первое, я, к сожалению, может быть, пропустила, что вы слушали. Что первый именно музыка, вы слушали? Который первый был у нас музыка? Самое первое, это произведение Коркута «Елмай Халкмай». Нет, первый, который мы на этот ставили, это одна, просто по очереди же мы посмотрели с тобой, который должен был. Первый, вот, первый к сожалению, видите, Telegram у меня закрыт, я в Zoom'е. Что вот там у нас написано по списку, вы говорите, я буду комментировать. Сейчас мы посмотрим, как вот это. Вот это твоя тезка, Жанар Жусупова. Первый. Тавир Сыздыксарана, да? Ага. Тавелисыздык сарана. Сейчас мы отрезаем этот кусок. Мәтен бай, вот это первый мәлад, первый музыка, у меня göndermişti. Инди, дейр, мен бурда олдуума гёре, телеграмма гире билмире. Она гёре, мен бурда она диячем, эр дефа олары кесип кётюрер ярадан. Олар, Мәтен бай. Олур. Дейгер. Инди, первый песня, какой у тебя? Самое первое произведение, это у нас идет Тавир Сыздык Сарыны. Композитор «Моя подруга» Жанар Жусупова. Тавир Сыздык – это независимость, Сарын – это песня, мелодия независимости. Казахстан – древнее государство, которому больше 550 лет, древнее казахское ханство. Но современному Казахстану, независимому от Советского Союза, всего 30 лет. И мы это праздновали в прошлом году. Весь Казахстан праздновал независимость 30-летия. Этому было посвящено это произведение. Birinci mana ona musiqi ona həsr olunub Qazaxstanın azadlığına, Qazaxstan dövlətinin azadlığına həsr olunmuş mahnıdır. Deyir mənim həmkarım, həm də adaşım Yarın xanım Jusuf Bova'nın bəstəkarlığı ilə olmuşdur. Hə, çox iyi. Konser veriyorlar mı hocam? Hiç herhangi bir yere konsere gitmişler mi? Жарын ханым, Мәтен бай спрашивает, что какой-то концерт есть. Она, в принципе, ответили на этот вопрос. Концерты, да, у нас есть концерты, записи на нашей Инстаграм-странице и также на странице Казахского оркестра. И на странице YouTube-канала филармонии нашей столичной. Konsertləri biz veririk Filarmoniyanın səhifəsində, orkestrin səhifəsində. Əvvəl də dediyi kimi onlayn konsertlər olur, hətta konkurslarda da iştirak edibsiz və
layıklı yerler tutmuşuz. Участвовали в онлайн конкурсе и заняли достойное место. Я вот это добавил от себя. Рахмет. Ben şeylerini izledim hocam, videolarını. Böyle ağır ve mistik bir havası var. Mistik nasıl çevirirsin bilmiyorum ama şöyle ruhani bir havası var. Bu şeyleri nereden buluyorlar? Çaldıkları konuları, parçaları. Kazak kültüründen mi, Türk kültürünün eski geleneklerinden mi? Nereden alıyorlar müzikleri? Я попробую, как это донести. Я примерно поняла. Откуда вот такой мистический там, это из коренов его берет, или современной казахской музыки, или здесь есть элементы турецкой музыки? Ну, мы же братья. И я сразу перейду к историческому экскурсу. По истории Хобас с древности считался сакральным инструментом. Инструментом, который переводил человек, именно были такие исполнители, их называли бахса, шаманы бахса. Посредством хобаза, да, они общались с духами, с богом Тенгри. Тенгр. С богом они общались. Давай я переведу это сейчас очень, уже по-своему я перевожу, не так дословно. Bunu bir ucu gidip şamanlara çıkıyor. O da öz tanrıya sitayişe çıkıyor. Bu çok çok Hristiyanlıktan da, Müslümançılıktan da evvel olan bizde Türk'ün tanrıçılığı var. O gidip bu mistik yanaşıma gidip hemen dövrebe çıkıyor. Ben evvel de dedim ki bunlar çok ciddi, maraqlı, çok savatlı, dünya görüşlü, musiqi təhsili görmüş, vətənpərvər insanlar. Гаран ханым, я сказал про вас, что это люди изначально, я понял, что они очень образованные, знающие, профессиональные музыканты. Ой, спасибо. Вот, нет, я это на самом деле искренне так воспринимаю, это так идет. У нас дословно перевод просто может быть не получится, но друг другу надо дополнять. Я примерно я знаю про вас, что можно говорить. Поскольку мы без всяких репетиций вышли на телевизию, нас, наверное, простят и телезрители тоже. У нас вот такой, как играющий тренер. Да, конечно. Да, Мәтін бе, я сказал, что мы сейчас в данном случае, как без инди ойнаян тренер, чем вазиятинде, без бидайда. Она говорит, да, өз фикерлерімізі lazım gələndə biz əlavə eləyəcəyik. O da mənimlə razılaşdı. Çünki burada məsələ biraz başqa cürdür. Biz heç bir hazırlıq işi görmədən çıxmışıq televiziyada birbaşa. Ona görə də televiziya tamaşaçıları da bizi gərək bağışlasın. Ben ama Janar Hanım'ın göndərdiyi o videoları buradan yayınlayacağım zaten. Ekleyeceğim şeye, montaja. Dolayısıyla bir sorun olmayacak. Janar Hanım'ı tebrik ettiğimi söyle. Yani bu grubu kurmakla çok güzel yapmışlar. Müzikleri de çok güzel seçmişler. Şamanlar, Gök Tenri, Türklerin eski atalarının dinidir. Dolayısıyla bize çok yakındır. Şu anda da biz aktarır, tapır. Bak o sahne de bir balaca devam elətdirsin. Janar ханым, сейчас меня интересует один вопрос. Вот какие исторические факты вы имеете, которые копус влияет на развитие мировой музыки? Исторические факты. Мен соруштум Janar ханымнан ки, hansı тарихи фактлара эсасланырсыз ки копузун дүнья музыкасына тәсири бар эле? Evet. Ну, как бы так более корректно хочу сказать, что именно хобазовая музыка – это музыка тюркских народов. Кобуз музыкасы – тюркхахларның музыкасы. Çok güzel. Evet. Да. Про родителям
Кобза является по легенде Коркут Баба. Но если опираться на исторические данные... Эфсанея гёре хэмин Кобзун улу бабасы Коркут Бабады. Но если опираться на исторические данные, инструмент Кобз, это предположение, научное предположение, создалось от трения двух луков, которым стреляли воины. Ага. Demeli kopuzun yaranması ateş için nezerde tutulan yay ok değiller bizde. Bak onun esasında yaranıp ona istinad olarak onun formasında yaratıldı. Kopuz с посредством кобза, помимо того, что как бы была связь с духами, что это помимо шаманизма, была также и светская музыка. Это киллер, hem de şamanlarla, insanın ruhunla bağlı olmakla yanaşı, hem de dünyavi musiqi olubdur. И композиторы, и Коркут, и Клаз, и Согор, все они отражали то, что происходило в мире. Все исторические моменты, все переживания народа. İnsanların bütün heyecanlarını, bütün musiqiçiler, bütün bestekarlar insanların beşeriyette olan o heyecanlarını eks ettirmiştir ve onların ruhunu eks ettirmiştir. Также посредством кобза исполнялись жыр. Жыр – это один из жанров казахской народной музыки. Kazak müziğinin bir kolu olan jır. Jır indi я не знаю, что такое жыр. Жыр это повествование, это даже жыршылар, они выступали примирителями между войнами, когда происходила война. Жырши выходил и пел о связи двух народов и что прекратилась война. А, bütün sülh severler, ben böyle başa düştüm ki sülh severlik misyasını yerine getirmek için nezarda tutulan bir tedbirler olur. İndi de el olur da barışık mesela davalar deyir, bütün davalar sülhle kurtarır. Bütün sülh işine hizmet eləmək için bu kopuzlardan istifade olur. Как вы видите перспективы развития вот турецкой музыки? Музыка турецких народов, один из направлений, я сейчас вижу, что играет особую роль музыка. Что вы хотите по этому говорить? Тюркская музыка, да? Да. Турецкая, если казахская музыка, в данном случае в вашем примере казахская. Казахская музыка. Дело в том, что... Мен соруштум ки, Türk halklarının müziğinin yakınlaşması istikamette hansı perspektifler görürsün? Музыка тюркских народов – это музыка очень мудрых и свободолюбивых людей. Знамя свободы... Türk halklarının müziğisi azatlık seven müdrik halkların müziğisidir. Müzik, evet. Такая музыка, она будет вечной. Она будет передаваться из поколения в поколение. Bu musiqi əbədidir və nəsildən nəsələ ötürüləcək. Это пример мужества, пример любви к родине, любви к матери, любовь к своей земле. Bu ana sevgisi, torpaq sevgisi, müdriklik, igidlik simvolu olan insanlar üçündür. Это вечные ценности. Они никогда не потеряют своей актуальности. Это актуальность и термин бир değerlerdir. Sorum şu. Janar Hanım kopuz çalmayı Türk gençlerine önerir mi? Türk gençleri kopuz çalsınlar mı? Yapabilirler mi bunu? Janar Hanım хочет что ли турецкий молодежь научился играть на копузе? Как он считает, как смотрит на это? Хочу ли я, чтобы турецкая молодежь играла на кобзе? Да, да, примерно. Конечно, я очень бы хотела бы обучать молодых девушек, молодых парней культуре игры на кобзе, кобзовому исполнительству. Это большая мудрость. Потом
Я бы с огромной радостью, я дружу с музыкантами из Бурсы. Алим, Бабадор, это мои друзья, и мы постоянно с ними переписываемся, делимся новостями. И... А где они живут? Бурса. Бурса это Турция, да? Да, Турция. А, Türkiye'de benim dostlarım var. Onlarla biz hemşe yazışırıq, onlarla əlaqə saxlayır. Əlbəttə mən istəyirəm ki, türk xalqları bu musiqini öyrənsin. Mətin bəy, široко поставили этот вопрос. Не имеет будет молодежь из Турции? Вообще, турецким мире. Türkçəm. Türkçəm. Да, 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 да. Всё, теперь поняла. Теперь только поняла. Я бы очень хотела, чтобы весь тюркский мир узнал о нашей музыке, чтобы будущее поколение переняло наш опыт, переняло нашу культуру, чтобы научились играть на этом прекрасном инструменте. Я бы очень хотела. Да. Это было бы большой радостью. Если у меня была бы такая возможность, я бы преподавала в любом месте земного шара, приехала бы и преподавала инструмент. Я готов даже преподавать любой. Мен дейер, дүниянын арасында олур олсун. Хэтэ, дэрс кешмэя хазырам. Мен истейрэм ки, түрк дүниясынын хэр еринде бу музыки олсун вэ бунан истифаде эссинлэр. Çok teşekkür ediyorum. Я хотел бы, Жанар ханым, мы с ним очень долго готовились, но быстро решили, что эта передача прошла. Как вы думаете, перспективы вообще работа турецкой культурной платформы? Как вы смотрите? Я так понимаю, что и откуда узнали, что у нас такой платформа есть, и здесь можно участвовать. Какое впечатление? Во-первых, я посмотрела на вас, какие вы глубокие и высококультурные ведущие оба. Мне это очень импонирует, очень нравится. Спасибо, спасибо, Жаркан ханым, про нас. Я узнала о платформе, тюркской платформе от Насиха Гумаровны ханым. Она очень является поклонницей нашего коллектива «Бой Тумар». И поэтому она предложила связаться с вами, познакомиться с этой платформой, потому что это дает огромные возможности для музыкантов, для людей культуры, именно носителей тюркской культуры. Жанар ханым дейер ки, Насиха Гумаровнадан өйрәнеп, бизим хаккымызда, о да бизим верилишин конагы олуп, бизи бүгүн бизим хаккымызда хош сөздөр дейер, мен эле келир ки, буну хәле тезди бизи чок беле тарифлемей, анжак чалышмага чалышырык, ва бурда мәйен иштер хәле görmüşük. Бөй уғурлар хаккында данышмак хәле тезди, мен эле келир ки, ва biz o vaxtı uğurlara el ata bilərik ki, bu da Türk'ün əsl gücünü göstərə bilərik. Hocam, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Size zahmet oldu. Şimdi hem Rusçadan hem Kazakçadan, Türkçeden üçü birbirine karışınca size biraz sıkıntı oldu. Bir de canlı oluşu da sizi yordu. Janar Hanım'a çok teşekkür ediyorum konuğumuz olduğu için. Rafael Hocam, size çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Spasiba, Janar Hanım. Sağ ol, Metin Bey. Thank you.